Внезапно ушел из жизни продюсер фильма «Ночной дозор» Алексей Кублицкий. Вечером 14 января скоропостижно ушел из жизни известный продюсер из Волгограда Алексей Кублицкий. Ему было 46 лет. Предварительная причина трагедии – оторвавшийся тромб. Точную причину установит вскрытие. Алексей Кублицкий родом из Волгограда, закончил МГУ, был продюсером известных фильмов «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Высоцкий, спасибо, что живой», «Млечный путь» и многих других. А также ведущим продюсером фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Алексей был очень скромным человеком, никогда не отказывал помощи тем, кто к нему обращался. Время и место прощания пока неизвестны. Кублицкий был настоящим профессионалом, добрым, искренним, мудрым и сильным человеком. Выражаем соболезнования родным и близким Алексеем. Вечная память! Благодарю вас за просмотр! Пишите ваши комментарии, делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!